Уважаемые жители города Златоуст, казавшаяся такой далекой болезнь пришла в наш город. Раньше мы следили за распространением коронавируса по телевидению и интернету, а в Челябинской области узнавали о новых случаях заболевания лишь единичных, которые были привезены из-за рубежа, а теперь только в нашем городе число заболевших приближается к сотне. Больницы города работают в новых, весьма сложных условиях. Врачи, медсестры и младший медицинский персонал остаются на своих рабочих местах и продолжают оказывать помощь населению. Огромная просьба оказать нам содействие своей дисциплинированностью, строгим соблюдением режима самоизоляции. Постарайтесь покидать свои дома и квартиры только в случае крайней необходимости. Берегите себя и своих близких. Помогайте тем, кто нуждается в вашей помощи. Вместе мы сможем победить эту болезнь.